Здравствуйте. В студии Лилия Ан. Эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В воронежских аптеках из продажи исчезли медицинские маски. Причины и возможные последствия. Областной суд рассмотрел жалобу со стороны защиты ректора Воронежского государственного технологического университета. В Хохольском районе орнитологи зафиксировали появление редчайшей для нашего края совы. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Софи Гритуар Трюдо, супруга премьер-министра Канады, заразилась коронавирусом. Об этом сообщают многие мировые СМИ. 44-летняя первая леди Канады почувствовала недомогание после возвращения из Великобритании и сейчас изолирована. Болезнь протекает в легкой форме. Сам Джастин Трюдо также 2 недели проведет на домашнем карантине, несмотря на то, что у него симптомов болезни нет. Об этом заявили в пресс-службе политика. На сегодняшний день в Канаде выявлены более 150 случаев заражения COVID-19. 1 человек умер. Также накануне стало известно, что в Австралии коронавирусом заразился американский актер Том Хэнкс и его жена. Новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли занести американские военные, участники Всемирных военных игр, проходивших в октябре 2019-го, написал в Твиттере официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Джао Лицзянь, ссылаясь на выступление главы Центров по предупреждению и контролю заболеваний США Роберта Редфилда в Конгрессе 10 марта. Американский чиновник якобы признает, что у некоторых американцев, которые, как считалось, умерли от гриппа, после смерти нашли коронавирус. Новости республик бывшего СССР. Экс-президент Украины Петр Порошенко сбежал из страны после вызова на допрос. Накануне ему прислали повестку, после чего Порошенко срочно выехал за границу. Его адвокаты заявили, что он отправился по личным делам. По какому делу собирались допрашивать бывшего украинского главу, журналисты не знают. Ранее было возбуждено уголовное производство по факту недостоверных данных в декларации Порошенко за 2018 год и некоторые считают, что 13 марта его могли арестовать. Известно, что политик убегает от следствия уже не впервые. Он не являлся на 10 допросов по 16 уголовным делам. Новости Российской Федерации. Закон об изменениях в Конституции поддержали все 85 регионов России. Газета «Ведомости» ранее опубликовала полный текст обновленной Конституции России, который 11 марта одобрили Госдума и Совет Федерации. Законопроект, в частности, содержит положение о русском языке, о закреплении социальных гарантий и приоритете основного закона над международными соглашениями. Также, согласно поправкам, парламент получит новые полномочия, будут введены ограничения для должностных лиц, а также ограничено количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако это никак не касается действующего главу государства. В соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост, поскольку обнулятся все его прошлые сроки правления, что позволит ему еще 16 лет управлять страной. Напомним, что против закона об изменениях в Конституции проголосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Госдума поддержала уголовное наказание за нарушение на голосовании по Конституции. Соответствующей идеей выступили депутаты Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Инициаторы предложили дополнить ряд статей Уголовного кодекса, распространив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушение на выборах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Уголовное наказание будет предусматривать штраф за незначительное нарушение и 4 года лишения свободы максимум. Колодяжный задержан по подозрению во взятках и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, ректор в течение 5 лет получал от подчиненных наличными выписанные им премии в обмен на покровительство. Колодяжному вменяются махинации на сумму более 70 миллионов рублей. В отношении Сергея Колодяжного возбуждено несколько уголовных дел. Адвокат ректора Сергей Коноплев обратился к суду с просьбой перевести подозреваемого на домашний арест. Я был буквально на 3-й день нахождения его в СИЗО, мне доверитель мой сообщил, что все книги, которые находились в библиотеке СИЗО, все ими прочтены. Соответственно,
Не может ученый, находясь в изоляции, лишиться знаний, лишиться возможности заниматься любимым делом. По словам адвоката, если перевести Колодяжного на домашний арест, он сможет продолжить занятия научной деятельностью без вреда для окружающих, с учетом того, что подобная мера пресечения тоже налагает на подсудимого определенные ограничения, в числе которых запрет на выезд за границу. В данный момент ректор опорного вуза находится в следственном изоляторе. Диалог с ним состоялся посредством видеосвязи. Мне хотелось бы продолжить под домашним арестом заниматься наукой, дать возможность содержать и помогать своей дочери, которая еще не отошла от поджогов, которые происходили. Вот. Ну и психологически поддержать, дать возможность не опустить руки и заниматься наукой и находиться рядом с семьей. Сергей Колодяжный в разводе, но с супругой они делят одну общую жилплощадь. На его иждивении находится несовершеннолетняя дочь. В зале суда семья Колодяжного не присутствовала. Во-первых, нет согласия лиц, проживающих вместе с ним в данной квартире, что они согласны с ним проживать и испытывать те неудобства, которые будут применены к Колодяжному. Кроме того, ведь человек, находясь под домашним арестом, это значит, что он находится дома. Он не может никуда выйти, не может что-либо делать. Прокурор настаивал на сохранении меры пресечения для обвиняемого. Нет никаких гарантий от того, что он может не скрыться от органов предварительного следствия и суда. У него имеется заграничный паспорт, открыта шенгенская виза, и человек может просто воспользоваться этим паспортом и покинуть территорию нашей страны. По словам адвоката, ректор не сможет покинуть страну, так как он имеет доступ к государственной тайне. Но это не единственная причина. На руках моего доверителя имеется лишь заграничный паспорт с истекшим сроком действия, предыдущий его, который, соответственно, в рамках обыска его жилища он следствию предъявлялся. Они его посмотрели, даже не стали изымать, потому что сами понимаем, что с заграничным паспортом с истекшим сроком хранения, даже при наличии действующей шенгенской визы, моего доверителя за границу никто не выпустит. Действующий загранпаспорт находится в секретном отделении номер 1 и на руки Следственному комитету не был выдан. Соответственно, в руки его не может получить и сам Колодяжный. Напомним, что при обыске его квартиры нашли порядка 3 миллионов рублей наличными, из которых около 500 000 в долларах. Кроме того, обнаружились документы на дом в Турции и 2 открытых банковских счета в Италии. Данные владельца имущества, указанные в бумагах, совпадают с данными бывшей супруги ректора. Избранные меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, то есть по 28 апреля 2020 года включительно, оставить без изменения апелляционную жалобу защитника обвиняемого Колодяжного адвоката Коноплева без удовлетворения. В вузовском сообществе Воронежской области опасаются, что это уголовное дело скажется на участии университетов региона в федеральных проектах по созданию научно-образовательного центра, а также в программах, по которым вузы могут получить дополнительное финансирование. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. По состоянию на 13 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 128 тысяч человек, а количество смертей насчитывает уже более 4 тысяч. Как обезопасить себя от смертельной угрозы, когда в Воронеже в аптеках нельзя приобрести даже элементарную медицинскую маску? В теме разбиралась Галина Жукова. Вспышка коронавируса в Китае стала настоящим вызовом, к которому мир оказался не готов. Лекарства от этой заразы не существует, и полагаться остается в основном на меры предосторожности и средства защиты, к которым относятся медицинские маски. Не пытались как-то себя обезопасить и что для этого делаете? Нет, ничего не пыталась. Стараюсь даже не задумываться об этом. Знаете, не хочется думать о плохом, так в жизни у нас так много черной грязи, вот этой вот, которая на нас вливается. Поэтому не хочется думать о плохом, хочется думать только о светлом будущем. Поэтому нет, пока ничего. Какая-то сомнительная история, не знаю, мне просто как-то безразлично вообще к этому отношусь. Не знаю, это может быть чисто по-русски, пока не столкнулся и особо не паришься. В Воронеже затишье, нету пока ничего, надеюсь, так. Как говорят, так я и делаю. Руки мыть. Все такое прочее. Как заходить, браться за ручки, все такое. Тогда, в общем, прислушиваюсь. Ну, конечно, страшно. Но пока что еще нет такого глобального
то, чтобы у нас там умирали или что-то, пока что это не слышно. Когда услышим, конечно, из дома выходить не будем. Роспотребнадзор рекомендует почаще мыть руки и носить в общественных местах медицинские маски. Еще недавно их можно было купить всего по 3 рубля штука в любой аптеке. Однако теперь их днем с огнем не найдешь. Маски. А давно же ее? А по какой цене хотели бы? 50, по-моему, 3 штуки. По словам фармацевта, ажиотаж с масками начался почти сразу же, как только коронавирус в новостях стал приближаться к границам России. Сразу разобрали, потом еще разок прислали, больше их не было. В этой аптеке тоже нет масок, но говорят, что со дня на день ждут поставок с Курского склада. Можем поставить количество 1000, но могут нам дать, то есть там штук 300. У нас поставки где-то раз в неделю было. Просто на всех, наверное, не хватает. Основной причиной отсутствия медицинских масок, по словам сотрудников аптек, является небывало высокий спрос на товар, за которым производители просто не успевают. Если кто больной, тот должен надевать. Я вот пока не болею, я поэтому не одеваю. А так в кармане у меня. Я не думаю, что маска, если есть коронавирус, то я не сомневаюсь, что маска это спасет. Если кому-то заболеть, то маска здесь не поможет. А между тем, ежегодно в мире от гриппа умирает от 300 до 650 тысяч человек. Вот только об этом нам никто не напоминает каждый день. С появлением новой заразы людей беспокоят не только последствия эпидемии и средства вакцинации, но и причины появления смертельной угрозы. Мир вздрогнул и от экономических последствий китайского коронавируса. Вот уже который месяц цены на нефть стремительно падают. Сильнее всего пострадал туристический бизнес Китая, авиакомпании и гостиничные сети. Когда Всемирная организация здравоохранения признает коронавирус – главная угроза человечества 21 века, нетрудно догадаться, что разработчик спасательного средства станет мировым лидером в фармацевтическом бизнесе. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. Жители Воронежа организовали петицию за перенос военного аэродрома «Балтимор» подальше от города. Свое обращение они направили президенту России и министру обороны страны. Чем недовольны обитатели микрорайонов Тепличный, Тенистый и Шилово, выясняла Олеся Алисюк. Аэродром уже 7 лет закрыт на реконструкцию. Ведется удлинение взлетно-посадочной полосы. На этот период вся авиатехника передислоцирована на аэродром в Бутурлиновке. Так что пока в советском микрорайоне тишина. Но что будет после того, как аэродром, который находится всего в 6 километрах от города-миллионника, заработает в полную силу? То буханье, то вот эти самолеты в том году вообще так летали. Я не знаю, как бедные дети с ума здесь не сходят. Местные жители уже организовали петицию с просьбой перенести аэродром подальше от города. Правда, подписали ее пока только около 100 человек. Большинство просто не верит, что авиабаза, в которую вбухали огромное количество денег, перенесут только потому, что она там якобы кому-то мешает. Уже этой весной продолжится строительство бетонных инженерных сооружений аэродрома и водосточно-дренажной сети. Завершат работы осенью этого года. Ну, во-первых, аэродром не скоро построится такими темпами. А во-вторых, все равно решать не нам. Сколько бы мы ни говорили против, все равно эта власть решает. Несмотря на близость шумного аэродрома, люди здесь живут и продолжают приобретать жилье. В Шилово квартиры дешевле, чем в других районах города. Такая же ситуация в Тепличном. А еще многие здесь родились и жилье получили в наследство. Шумно здесь, потом... Заводы работают, тоже шумно, дома трясутся. А так все. На себе уже ощутили соседство такое? Ну, пока не, ну сейчас оно не работает, как раньше было. 2 года назад они летали шумно. Все вот это вот. Спать бывало не давали по ночам вертолеты. Местные жители опасаются жить рядом с военным объектом. Считают, что во время войны противник постарается его захватить или уничтожить. А значит, в случае нападения могут пострадать мирные жители. Как вариант, предлагают отдать городу. Областной центр, по мнению создателей петиции, может использовать эту территорию для строительства новых домов. А также создать новые автомагистрали, соединяющие Курскую трассу с М4 Дон и связать Левый берег и улицу Острогожскую, построив новый мост через водохранилище. На одном из заседаний городской думы этот вопрос поднимался, но интереса не вызвал. Между тем, специалисты обещают, что стратегический объект после завершения строительства будет соответствовать всем современным требованиям по безопасности, так и с точки зрения его использования в военной авиации. Галина Жукова, Олеся Лисюк, Александр Панин, 41 канал.
В Воронежской области в Хохольском районе орнитологи зафиксировали появление редчайшей совы, которая на территории России встречается только в Калининградской области. Откуда в наших краях взялась эта хищная птица, узнала наш корреспондент Елена Цветкова. Птицы появились на нашей планете еще до юрского периода. Их предками были наземные бегающие рептилии. В современном мире пернатые, которые охотятся в полете, делятся на дневных и ночных хищников. Вторых значительно меньше. Это в основном совообразные. Природа наделила их метким зрением, превосходным слухом и бесшумным полетом. Кроме того, совы очень любознательны. Среди них есть особенно редкий вид – сова-сипуха. В русском фольклоре ее прозвали не только золотой совой за характерный окрас крыльев, но и призрачной. Из-за белого оперения туловища и головы такой вид приводил в ужас ночных путников. В весенний период эти птицы особенно активны. Я обследовал один из участков Верхнехабского района и обнаружил там вот заброшенное здание какой-то насосной станции, совсем небольшое. Люди там не бывают практически. Я зашел туда с целью, может быть, встретить домового сыча или там голубя, но отнюдь не сипуху. Эти совы – космополиты. Они проживают почти на всех континентах, кроме Антарктиды. Но для нашей страны эта хищная птица считается редкой. На всю Россию приходится всего 30 совиных пар. Обитают они исключительно в Калининградской области. Причем место жительства у них не совсем обычное. Птицы выбирают хозяйственные постройки. Когда увидел, что вылетела в окно какая-то сова, сова это точно, то я просто задумался, что это точно не сыч, потому что крупнее и не другие виды сов. Я заподозрил сипуху, через 2 дня туда пришел и удалось мне ее сфотографировать. Петр Дмитриевич посвятил всю свою жизнь изучению птиц. Больше 35 лет является сотрудником Воронежского биосферного заповедника. Опираясь на труды орнитологов, рассказал о европейском подвиде совы-сипухи. Не бывало его в воронежских краях уже с 1911 года. Сейчас активно осваивать территорию страны начал еще один вид сов-сипух. Средиземноморский. Эта сова имеет чисто белое оперение. Продвигается сейчас на восток и северо-восток, и его в начале века уже нашли на гнездовании в Краснодарском и Ставропольском краях. То есть, получается, на территорию России потихоньку осваивают 2 подвида сипухи. Причина известна – это грызуны, большие любители зернового урожая. Одна сова в течение месяца способна справиться с полчищем мышей. Даже пребывающие в отличной охотничьей форме коты могли бы позавидовать ее достижениям. Не зря эта сипуха сидела в Верхнехабском районе в этом месте. Почему? Потому что еще с прошлого года наблюдается массовое размножение вот как раз мышевидных грызунов. С приходом весны открывается не только официальная охота, но и незаконная на редких хищных птиц. Сразу к нам поступают и ко мне поступают, люди приносят разного рода подранки. Прежде всего, хищных птиц. То есть подранки – это не утки, там не гуси, на которых охота открывается, или другие птицы, а хищные, на которых, в общем-то, они никому, собственно, не нужны. То есть стреляют их, если это можно назвать, ради забавы. Это и есть самое настоящее браконьерство. К сожалению, безжалостная забава не обошла стороной Воронежский край. По словам орнитологов, поймать браконьера очень сложно. Здесь все в руках компетентных органов. Но зачастую преступники уходят от полиции. Этих птиц потом мы сдаем. У нас есть центр реабилитации, общественная организация диких животных птиц. Их там, если это возможно, восстанавливают и потом выпускают в природу. Стало популярным заводить в домашних условиях мелких сов. Небольших соколов и ястребов держать в домашних условиях хищных птиц непросто, довольно хлопотно и затратно. Это вредно для здоровья хищника. Так как естественный рацион, который птицы получают в дикой природе, воссоздать невозможно. Но заниматься культивацией пород считается почетным у специалистов-орнитологов. Елена Цветкова, Сергей Беляев, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и области. 14 марта в регионе повсеместно ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный от 2,5 до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Борисоглебске и Богучаре плюс 5 градусов. В Бутурлиновке плюс 6. В Павловске и Россоше 7. В Боброве, Лисках, Рамоне, Нижнедевицке, Хохле и Семилуках плюс 8 градусов.
в Острогожске плюс 9. В областном центре плюс 8. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Православная церковь 14 марта почитает мученицу Евдокию Илеопольскую. Святая в юности много грешила и торговала своим телом. Позже удачно вышла замуж и стала состоятельной женщиной. Однажды она услышала священное писание. Предсказания о страшном суде и втором пришествии Христа произвели на нее большое впечатление. Испугавшись, что ее ожидают описанные наказания, грешница приняла крещение и стала монахиней. Много лет она молилась и постилась, исцеляла больных и помогала странникам. Однако ее оклеветали, обвинили в обмане и колдовстве, а потом обезглавили. В народном календаре 14 марта получил название Евдокия Свистунья и Плющиха, Авдотья Весновка, а также Авдотья Подмочи Порог. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6-7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19:30, в 20:30 и в полночь по московскому времени, а также на нашем YouTube-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го.